Добрый вечер, с вами снова я, Эфилин на вечер. Планируешь нарваться сегодня на ниндзя? Просто с ним мне спокойнее, чем без него. Разрешаю бить первым. Очень редко попадаются в последнее время достойные комедии и достойная фантастика. А еще, чтобы это хорошо совмещалось, еще реже. Нам покажут историю работяг на одной из фабрик по добыванию реактивного металла. Все меняется, когда приходит новое руководство и собирается сократить все льготы. Но наши герои не намерены сдаваться. Они пойдут на все, даже если начальник не человек. С днем рождения, Джордж. Джордж. И вот фильм из ЮАР вполне претендует на то, чтобы быть просто хорошей юмористической фантастической комедией. Звезд неба он не хватает, но свою синицу в руках вполне имеет. С точки зрения фантастики здесь все скромно. Она в этом кино используется только как прием. И по большей части кино обычное, без всякого, спецэффектов и чего-то фантастического. Главные герои – три друга, три еблана, три недотёпы, три работника одной корпорации. Один занимает одно из руководящих мест, второй – рядовой клерк, третий – охранник. У вселенной есть чувство юмора. Стойте! Погодите! Поэтому я вынужден жить с двумя самыми бесячими соседями в мире. Прошу вас, отстаньте вы уже от моей еды. Бинго. Нямка. Если тебе от этого легче, еда нам не зашла. Вообще. Отвратная. Как собачий корм, если ненавидишь свою собаку. Для комедийной фантастики сюжет хороший, вполне смотрибельное кино. Юмор не черный, но шуточки есть, даже пару раз посмеяться можно. Фильм легкий, местами глупый, но для комедии все простительно. Актеры, графика, сюжет, шутки, все выглядит привлекательно. Средний фильм, который можно глянуть, хуже не будет. Привет, Сэм. Привет. Как дела? Эй. Я в порядке, спасибо. А у тебя? Ой, спасибо. Thanks, it's a... Это медицинский порошок от аллергии. И все вначале говорит о том, что это обычная социальная комедия. Много хороших шуток про начальство, отличающиеся цинизмом, жестокостью и глупостью. Шутки про внутри корпоративный распорядок и коллег-идиотов. Офисные работники сразу же увидят для себя в этом что-то знакомое. Например, как я. Юмор в целом можно назвать приличным. Есть, конечно, и туалетно-унитазная тема, есть много черного юмора, но по большему счету все сводится к таким комическим ситуациям, в которых оказываются главные герои. Думаю, я свяжусь с отделом кадров, чтобы мы снова поговорили по душам. Как тебе такое по душам? Удивлен, что у тебя есть сердце. Спецэффектов как таковых нет, как я уже сказал, но тема фантастики для меня раскрыта полностью для этого сюжета. Несмотря на довольно-таки большую продолжительность, без малого 2 часа, фильм смотрится без усталости, не возникает желания пропустить какую-то сцену. Посмотрим, достанешь ли ты до моей шеи. На тебя тяжело смотреть. Или мы можем просто поговорить. Думаю, мы можем многому научиться друг у друга. Расскажи о вашей планете. Пустых сцен в фильме нет. Все логично, последовательно. Персонажи действуют оправданно. Образы персонажей колоритные. Они поданы так, что зритель сразу же запоминает их и понимает, чем они отличаются друг от друга. Это ты сделал? Что? Это ты, офисный ссыкун? Нет. Конечно же, это ты. Могла бы догадаться. Убери это, или снова получишь предупреждение. Что касается сюжета, то он, как это ни удивительно, вполне оригинален. Вторжение инопланетян. Причина этого вторжения и то, как люди с этим справились. Это что-то не шаблонное. С вами был я, Калигула. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока. Трус способен на такое.